Интерактивная карта убитых дорог появится по всей стране. Наш регион не исключение. Активисты Общероссийского народного фронта презентовали в Иванове долгоиграющий проект «Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог». Цель, самая главная задача – ремонт дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. Самое главное, что сейчас любой активный гражданин сможет с помощью своих рук, с помощью своего желания обратить внимание властей на те участки дороги, которые срочно требуют внимания. Чтобы отметить убитую дорогу, на специально созданной интерактивной карте нужно сфотографировать проблемный участок, зарегистрироваться на сайте дороги.онф.ру и ввести краткое описание проблемы. Жаловаться можно не только на отсутствие асфальта, глубокие ямы и плохое освещение, но даже на противоречащие друг другу дорожные знаки. Такая идея заинтересовала жителей области еще до официального старта проекта. Уже на карте, на сайте www.dorogionf.ru нанесено около 40 участков дорог. Всего к карте уже обратилось больше 500 человек с территории области. Я считаю, что это очень серьезный показатель активности граждан, фактически еще на проект, который только запускается. Вся собранная информация о состоянии дороги будет перенаправлена в профильное ведомство региона, чтобы власти смогли принять необходимые меры для решения одной из вечных проблем. Кроме того, на сайте жители области смогут проголосовать за ремонт конкретного участка. И чем больше голосов, тем больше шансов, что именно эту дорогу начнут ремонтировать первым делом. Граждане смогут определить, значит, какой участок дороги в действительности нужно отремонтировать, ну, вот в приоритетной очереди. Потому что мы, как правило, видим, что дорога ремонтируется не там, где считает общественность, а именно там, где считают чиновники. Красные метки на карте убитых дорог уже появились в Иванове, Кинешме, Комсомольске, Кохме. В скором времени инициаторы проекта обещают запустить мобильное приложение, чтобы обновлять карту убитых дорог было удобно прямо из машины. Любовь Подчерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.